Вы, наверное, все знаете, что есть указ президента, который дополнительные полномочия определяет для штабов оперативных, ну, то есть вот наш с вами рабочий орган, по управлению силами и средствами, которые должны быть приданы оперативному штабу, в том числе из других ведомств, которые находятся, расположены на территории Воронежской области. Мы сейчас такую работу организационную ведем, с суженным заседанием штаба обсуждаем эти задачи, соответственно, силы и средства определяем, которые будут приданы оперативному штабу. Работу все будет возглавлять Владимир Васильевич Зебров. Он будет командовать тогда, соответственно, вот этой объединенной группировкой для решения задач, которые, ну, будут перед нами появляться.